Хорошо, идите, разбирайтесь. Тут еще один такой грозный конь. Ну, что вы еще от нас хотите? Я хочу, чтобы вы искали мою дочь. Ищем, ищем. Поймите, прошло уже 2 недели. Карточки на нее я уже заполнил. Передал во всесоюзный розыск. Может, показать? Не надо показывать, я верю. Ну, вот видите. Тогда чего же вы хотите? Я хочу, чтобы вы ее нашли. А вот этого я не обещаю. Черт, как это вы не обещаете? У нас многие пропадают. Очень многие. Но это же девочка. Ей 15 лет. У нее еще куклы целы. Ну и что? В коридоре фотографии видели? Мальчики, девочки. Девочке 6 лет. Год уже ищем. Я не могу ничего обещать.
С собой дашь? Есть. Сколько? Дай пару. Держи. Мужики, кто крадет? Что это с тобой? Дерьмо. А, молодец. Наливай. Фу. Есть новости? Видишь ли, Эдди, следствие зашло в тупик. Я один остался. Искать больше некому. Наливай. Хорошо, Эдди, что ты один в клетке. Только смотри, чтобы птенцов не было. О, Эдди не будет. Не позволю. Помнишь, когда Лика была маленькая, я привел ее на твою первую выставку. А теперь я ничего не понимаю. Серега, а это своей звонил? Звонил. Да не пойдет она к ней. Лес и лес. Ты же знаешь их отношения. Хороший папочка. Эй, ты смотри, какой умный дядя Серега. Раньше надо было думать. Умник, а? Спасибо, старик, спасибо.
свободен. Поехали. Вам куда? Куда, куда? Куда угодно. Только не домой. Значит, ко мне. Поехали. Куда это мы приехали? Тише, соседей разбудишь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Привет, папа. Добрый вечер. Вот так я живу. Заходи. Захожу. А. Так, победа – это ваш стиль, да? Ну-ну. О, кровать есть. А никого нет. И здесь никого? Может, кофе выпьем? Конечно. И кофе тоже. Хорошо, начинаем. А продолжение будет? Видите ли... Я бы хотела с тобой поговорить. У меня сегодня трудный день. Устал я. Ты знаешь, ноги не держатся. Давай быстрее раздевайся. Thank you.
Выспался? А ты чего здесь? Тебя стерегу. Ты хотел убежать. Если ты так спешишь... Я к тебе не приставал? Я довезу тебя. Я пойду. Вы забыли? Подожди, подожди! Что за фотографии? Это кто? Твоя дочь? Да, она. Хорошая девочка. Может быть. Похожа на тебя. Алло. Передайте Лике, Сюзанна будет ждать ее в лягушатнике в час дня. Какая Сюзанна? В каком лягушатнике? Кто это был? Что они тебе сказали? Сказали кое-что. Говори. Что они сказали тебе? Ну, и что ты думаешь делать? Лягушатник — это что, бассейн? Там обычно такие, как мы, не ходят. Там встречается молодежь. Не знаю. Надо бы съездить туда. Ну, хорошо. Это лучше, чем ничего. Ты же отец. Делай что-нибудь. Может быть, скажешь, что? Они испугали тебя. Собирайся, поехали. Есть кто-нибудь? Здравствуйте. Вместе? По отдельности? Нет, я только спросить. Вы давно здесь работаете? Давно, а что? Вот фотографии. Это вы делали? Эти люди здесь были? Посмотрите. Да, были здесь такие. Дней 5 назад. Не может быть. Это точно? Нет, я помню. Вы ничего не перепутали? Нет, я ничего не перепутал. Это точно. Но ее ищут уже 2 недели. Своей дочери. С крутыми ребятами связалась.
А молодой человек, он такой красивый. Может, вы его вспомните? Вы знаете, сколько кислорода бывает каждый день? Если я всех буду помнить, ума лишусь. И далеко ты собрался? Опять ты. Ну, что тебе нужно? Что ты меня преследуешь? Ну, подожди. Послушай, отстань от меня. Это мои проблемы. Мои. Иди, иди. Я посмотрю, как они тебе там помогут. Я не хочу больше тебя видеть. У меня новая информация. Моя дочь у этих людей. Откуда же у вас эти фотографии? А? Причем тут откуда? Да мы их всех знаем. Лика, Сюзанна, включая самого хозяина, Романа Харитонова. А вам... Знаком кто-нибудь из них? Никто. Серьезные люди.
У нас на них заведено 9 томов. Вот они, все здесь. Адреса, телефоны. А ловить что? Вы мне их предлагаете? Да ловить мы ловим, а зацепить не за что. Черт, я ничего не понимаю. Вы подумайте хорошенько. Подумайте. Может, поймете. На Романа и Сюзанна ваш, и остальная братья трудится. И искать не надо. Давно все найдены. Может, и ваша дочь давно с ними. Может, проступочек за ней какой есть. Чушь, не поверю. Не может быть. Может, может. Это в ваших интересах сказать правду. А без вашей помощи я ее буду искать до самой пенсии. А мне до нее осталось 1 год и 4 месяца. Ну что, помогли они тебе? Адрес. Давай записывай, пока помню. Хорошо. Пишу, говори. Новорыбная, 14, квартира 6. Едем. Сейчас? Нет, сначала домой. Роман. Роман – это страшный человек, если его можно назвать человеком. Боюсь, тебе с ним не справиться. Бедная девочка. Он просто подонок. Подонок. Это на кухне ты герой. А ты ему скажи, что он подонок. А я найду его и скажу. Хватит, это ты сможешь. А чтобы уйти, тебе нужно оружие. Деньги у тебя есть? Сколько тебе нужно? Это тебе нужно. Найдем. Копеек, ну что, ну что, этого полоски нет.
меня кликнули, чтобы отдать. Тамара, Тамара, отдай! Нам уже тут купоны не надо. Вот что было. Вот, без купонов. Это вообще не нужно. Что на душе? Надо чего? Передай Гале, я ее жду. А? Я не, я надо размещать его. Вы еще будете, а то самый лучший видите. Что было? Анна, ты меня искала? А, это ты? Надо помочь человеку. Пойдем, она тебя отведет. Здрасте. Здрасте. Пошли. Идем. Откуда вы ее знаете? Знаю. Идем. Место надежное, будешь доволен. Проходи, Игорек, обслужи товарища. Беретта, Браунинг, Маузер. Есть хороший экземпляр Штейр. Будете брать? Что-нибудь попроще. Наганов не держим. Вот это то, что вам нужно. А он работает? Сколько? А говорил, умеешь? Конечно, умею. Тут лишние части. Вообще-то, я привык к револьверу. Да где ты успел привыкнуть к револьверу? Ну, просто смешно. Где и все на большой дороге? Остряк. Идиотизм. Зачем он мне нужен? Да хотя бы, чтобы напугать. Ну что ж, это я смогу. Ну, это уже кое-что. Поздравляю, молодец. Недавно смотрел фильм. Да при чем здесь твой фильм? Да так просто вспомнил. Там у одного героя был вот такой пистолет. И пошли они со своим другом грабить банк. Алло. Ты где? Я давно заявил. Меня украли. Я звоню и не могу долго говорить. Я приеду за тобой. Заяви скорее в милицию, они испугаются. Откуда? Говори, куда? Он будет отказываться. Не верь ему. Не верь. Вика, скажи, куда? Не, я не могу долго говорить. Заяви скорее в милицию, они испугаются. Кто будет отказываться?
Он будет отказываться, не верь ему. Сюзанна, ну. Не могу, все. Ты не слишком? Нет, не слишком. Пусть поволнуется. Они, как всегда, точны. Я пошел. Подожди, не спеши. Пора. Ты сделаешь это. Это ты, Сюзанна? Товарищ, вы ко мне? Да, понимаете, я отец, ищу свою дочь. У меня фотографии. Что? Сейчас. Это Лика. Это... вы, а это Сюзанна. Вы снимались 6 дней назад. И давно ты следишь за мной? Верните мне мою дочь. Не понимаю, о чем вы говорите. Он не понимает. Вы здесь есть, и вы знаете, где она. Отсюда. Я занят. А за сучкой своей последите. А то мало ли что может случиться.
Вы арестованы. Руки вверх. Ну, тише, тише, Журавликов, не горячитесь. Сюзанна! Отпустите меня, прекратите меня держать! Отпустите! Как вы смеете, жлоб! Смотри, попал. Пистолет. А? Что? Убил? Да. Думаю, что убил. Останови машину. Мне нужно позвонить. Зачем? Мне нужно позвонить следователю, объяснить, что случилось. Зачем? Что будет с Ликой? Останови, тебе говорят. Еще. Я. Передумал?
Что тебе надо? Открывай. А теперь уходи. Пусти меня. Мы же убили человека. Это ты убил. Нужно поговорить. Я иду сдаваться. Опять сдаваться. Не хотела говорить, но придется. Ты зачем уехала? Понимаешь, у меня был друг. Эти люди его убили. А тебя я просто использовала. Ну и дрянь же ты. Послушай, как ты могла? Так же нельзя. Значит, ты все знала. Ну ладно. Это тебе плата за помощь. Забери свой кошелек. Постой, постой. Стой, стрелять буду. Ну все, я стреляю. Убирайся быстрее в машину. Скорее, заводи.
убил человека. Он не человек. Сколько дают за убийство? Остался один день. Где же ее искать? Как страшно. Послезавтра пойду сдаваться, иначе за мной придут. Мои документы там остались. Мне так просто не расстанутся. Здесь 40 тысяч долларов. Сейчас важно ее найти. Да, мы влипли. Да, не везет так с утра. Они пойдут на все. Кстати, слушай, как тебя зовут? Анна. А меня Сергей Журавликов. Вот и познакомились. Мне кажется, я тебя давным-давно знаю, Анюта. Меня зовут Анна. И твой стиль — победа. Сбежать бы куда-нибудь, в домик у моря. Уехать в теплые страны. Да уж, съездить придется далеко. И надолго. В домик с решетками у Северного моря. Бананы-то будешь присылать? Имею в виду, я их очень люблю. Письма пиши стихами, мелким почерком, чтоб больше поместилось. Постараюсь. Серега! Здорово, родной. Леха, я не один. Познакомься. Это Анна. Очень приятно. Алексей. Какая женщина. Чего же ты раньше-то молчала? Классная папа. Дай ключ. Ко мне сегодня нельзя. Понял. Угу. Сейчас. Сейчас найдем. Про Лику. Ничего нового? Нет, старик. Пока ничего. Не знаю, что ей делать. Ну, ладно. Здесь так холодно. Сейчас. Это все Алексея? Мне кажется, талантливо. Да, трудно поверить. Да. Конечно, трудно. Но это все в прошлом. А сейчас? Очень жаль. А помочь ему нельзя? Нельзя. Почему? Он верит одному попугаю. А ты даже себе не веришь. Я? Веришь, не веришь, какая теперь разница? Главное, чтобы никто никому не мешал. Ты имеешь в виду меня? Нам мало осталось. Какой ты противный, отстань от меня. Ты что? Угомонись! Я не знаю, что будет дальше. Может быть, нас даже убьют. Но постарайся понять меня. Я не могла иначе. Я должна была это сделать. А если бы я его не убил? Я нашла бы кого-нибудь другого.
Я бы все равно это сделала. Ну, прости меня. А теперь? Ну, прости меня, если можешь. Ну, ладно. Утро вечера мудренее. Не робей, прорвемся. Мне кажется, я устала. Ты согрелась? Да, даже жарко. О, держи меня. Здесь будет во что переодеться? Ну, идем. Будь как дома. Как странно все у нас получилось. Ничего себе получилось. Ты есть будешь? Угу. Ну, черт, как только найду эту девчонку, разорву ее на части. Я никогда ее пальцем не трону, а зря. А теперь так ее отлуплю по попе. Я должна была это сделать. Должна. У меня был человек, которого я любила. Я не представляла жизнь без него. И он любил меня. Он хотел дать мне больше, чем мог. Я поздно поняла это. Я была слишком счастлива. Моя вина. Я сказала, эти люди или я. И он выбрал меня. Тогда они убили его. Да. Ну, конечно, где же ты еще можешь быть? Лика, скажи мне, где ты находишься? Как ты со мной разговариваешь? Лика! Ну ладно, ты не волнуйся, со мной все в порядке. Скажи Сюзанне, я верну ему деньги в обмен на тебя. Ничего не понимаю. Ты точно убил его? Теперь не знаю. Я сама пойду к ним. Чушь какая-то. Лика сама может звонить. Если бы ты его убил, звонил бы Сюзанна. Я знаю этих людей. И знаю, что им сказать. Им нужен ты и деньги. А нам нужна твоя дочь. У нас нет другого выхода. Не знаю, может быть. Какие-то деньги отдать Сюзанне? Ничего не поняла. Что-то я запуталась. Ух, и попадет тебе Лика, когда вернешься домой. Ну что, зато отомщу Сюзанне. Да и папаня наконец заметит, что я существую. Слушай, а где ты меня нашла? Да это теперь не важно. Если ты хочешь, я могу, конечно, тебе рассказать. Мы встретились с тобой у следователя. Ты был такой расстроен, а ты, конечно, меня не заметил. Это я не в себе был. Мне тогда не до этого. Мы тоже хотели начать новую жизнь. Тоже хотели куда-нибудь. Теперь я даже рад, что так получилось. Потому что мы встретились. Слушай, а куда мы идем?
про меня и знать нечего. Я скоро буду таким, как Лёха. Поживем, увидим. Да что у вас тут с замками? Не трогай здесь ничего. Осторожно. Представляю, чему ты можешь научить детей. Спички убери. Что у тебя было по химии в школе? Тройка. Зато по рисованию я был отличник. А, вот что вас с Лёшей объединяет. Открой окошко, открой быстренько. Ой. А как она сработает? Рванет, что надо. Ты заведешь ее своими руками. Решишь, что пора. Она рванет. Я покажу тебе. Из-за тебя рукой шевельнуть не могу. Хорошо. Хорошо, хоть жив остался. Роман Борисович. Я ее знаю, она так не отвяжется. Ты заварил кашу, ты расхлебывай. Ну, кто ж мог знать, что так получится? Ты что, забыл? Когда мы ее должны вернуть? Ничего знать не хочу. Девчонку найди. Думай. Друзья, знакомые, родные. Хоть из-под земли достань, но найди, понял? Найду. Считаешь, что этого хватит? Хватит, еще останется. Молчи, ты меня отвлекаешь. Ну все, пошла сдаваться. А мне с тобой? Кто там еще? Не знаю. О, Сюзанна. Собирайся, детка. Угу, папаша тебе покажет. Собирайся. Я-то тебя везде найду. Так, ну ладно, отпусти меня. Никуда я не поеду. Хватит, поедешь с нами. Аккуратнее, аккуратнее. Он должен плотно закрыться. Вот здесь еще, подожди. Угу. Ну, так нормально, да. Готово? Ну, все. Кажется, готово. Оставьте нас. Сама пришла. Ну что, помогла тебе твоя милиция? Давай-ка лучше договоримся. Садись. Зачем тебе этот архитектор? Не думаю, что должен посвящать тебя в тайны своего бизнеса. Верни ему дочь. Это напомнило мне один анекдот. А ты напоминаешь мне ведро с помоями. Я уже открыла люк мусоропровода, чтобы спустить тебя туда. Завтра в 5 возле старых причалов. Ты знаешь, где это. И если будет больше, чем одна машина, я уничтожу деньги.
Хотя с большим удовольствием я бы уничтожила тебя. Забери вещи своей психованной птицы. Опять ты за старое. Ну что ты действительно, ну хочешь, я пойду с тобой? Все же я во всем виновата. Ну хочешь, я пойду? Наш стиль — победа. Все будет хорошо. Покажи пистолет. Выбрось. Стой там. Открой чемодан. Давай, девчонка. Прости, прости меня. Иди вниз и успокойся. Ну, вот так-то лучше. А то пистолет, милиция. Ну, я пошел. А ну, стой! Вернись! Вернись, я говорю! Ну, спускайся к нам! Что это значит? Открой чемодан. Сам открой. Ну? Пошел ты, химик хренов. Вали отсюда. Ну, где вы там? Идите сюда. За что я вам только деньги плачу? Да ладно. Я тебе дам, ладно? Ah!
все. Перестань. Все хорошо. Она взорвалась. Ну ты закрутил. Ну ты сама хорошо. Ну, так, вы как ты разговариваешь? Ну все, разбирайтесь без меня. Пошли. Я пока пойду. Не сердись на нее. Мы все в детстве были не ангелы. Я тоже убегала из дому. Оно и видно. Давай поедем куда-нибудь. Понимаешь, я немного в средствах поиздержался. Сюрприз. Опля! Мы богачи.